Здорово, народ, с вами снова я, Макс, и значит в сегодняшнем видеоролике я буду рассказывать о том, какие размеры вот у этой лошадки. Она все-таки вот у меня сын на ней катался уже, ну, какое-то время, когда был маленький. Сейчас вот дочь уже докатывается, так скажем, становится уже более взрослой. И меня как-то просили давным-давно дать ее размеры. То есть, да, я долго искал вот шаблон, по которому я делал. Вот, перед, зад и нога. Но не нашел дуги, так и не нашел. Не знаю, куда я их засунул. Вот. Смысл какой? Я сейчас быстренько дам и нарисую, опишу, ну, все это опишу. Какие тут размеры? Значит, как я это делал? Вот так, если смотреть. Сейчас покажу. Я взял, значит, картон. Картон сначала. И уже на картоне я делал шаблон, так скажем, по которому вырезал. И уже в дальнейшем я сюда делал уже как бы по две, по три штуки ДСП, наклеивал между собой, чтобы, ну, создать вот такой объем, чтобы можно было на ней сидеть, да, уже вот более устойчивая она была. А, значит, что хочу сказать. А, длина у меня дуги, на котором она качается, сейчас скажу, 104, то есть 104 сантиметра, да, высота у меня в высшей точке 11, то есть вот здесь 11 и там 11. А, ну, вы если когда будете делать свою там лошадку, можете чуть больше радиус сделать для того, чтобы вот этот вот, как говорится, подъем-спуск был, ну, намного удобнее. И еще нюанс такой, я заметил, да, вот чисто для меня, ну, ничего, пережили, как это, так скажем, этот вопрос. Вот эти вот кругляшки на концах, с одной и с другой стороны, ну, такие стопорные, чтобы останавливал, чтобы ребенок не перевернулся, да, их можно вообще спилить и сделать более острую. В принципе, их хватает, они не разгоняются так вот, прям по-сумасшедшему, чтобы куда-то улететь. Вот, ну, вот у меня многовато. И я вот думал спилить, потом думаю, ну ладно, все, уже, в принципе, докатаются, значит, докатаются. Значит, сама лошадка. Берем, например, ногу, да, вы положили, вот длины у меня ножки, да, передней, снизу 36,5, то есть 36,5 длина вот этой ноги, задняя нога, так. Берем отсюда и до сюда, 39, то есть 39 сантиметров у меня задняя нога. То есть, как я ее делал, да, я просто нарисовал круг циркулем, да, и уже от этого круга, ну, начал уже выводить форму примерно. Хвост произвольно делается. Вот. Само тело тоже делалось произвольно, то есть, тоже делался круг определенный, и уже от круга я плясал. То есть, ну, вырисовывал это в целом, вот, форму вот такую придавал. Ну, где-то примерно, если брать от передней ноги до задней ноги, вот сейчас вот так вот возьмем, вот, вот эту вот длину, просто состоит из нескольких частей, когда вырезал шаблон, сделал. То есть, из переда до зада у меня 48. То есть вот эта вот длина 48, высота лошадки, значит, у меня до поясницы 37, то есть вот до этого момента по голове, неудобно немножко, по голове, если она стоит, 64, то есть вот тут вот 64, то есть определенные размеры, но это уже на глаз будет рисоваться, у каждого свое. Где-то, если поверху вот так мерить, от хохолка до затылка, вместе с гребнем, вот с этим волосяным, так скажем, с черным, да, у меня где-то вот от лба 27, то есть 27 сантиметров. Ну, хвост произвольно, толщина вот этого пуза, сейчас делаем вот так вот, 16 сантиметров. Значит, что, значит, по самой лошадке, сейчас показываю, как она сделана. То есть смотрим, да, как я и делал. Если вот внимательно присмотреться сюда, да, тут вот один слой ДСП, второй слой ДСП. Потом идет вот этот сам шаблон,
который у меня вот вырезан, то есть вот эта вот сама форма. То есть я ее так вот и вырезал. Вот она так и идет. Вы сначала рисуете полностью лошадку всю, потом вырезаете вот эти вот части. То есть одну ногу отделяете, и вторую. У вас получается вот так вот. Вот так. Такая лошадка расчлененка. Вот. И потом уже отдельно из ДСП вы вырезаете ноги накладки. Вот сюда. Одну ногу, заднюю ногу. Промеж нее подставляете ДСП. Можете вырезать. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Мы отделим. То есть вот снимем. Супруга шила. То есть отдельно идет одна. И с такой стороны вторая. То есть две. Получается уже раз, два, три ДСП. И потом боковину вы еще добавляете. Ну, чтобы сидушка была для ребенка самое то. Здесь также центральная идет. Сюда добавляется маленькая, короткая, то есть ее не обязательно делать полностью ногу. Сейчас я покажу спереди. Вот, то есть кусочек вот такой вот добавляете. Сюда один, сюда второй. И уже на него накладываете вот такую вырезанную ногу в целом. То есть должно получиться у вас... Сейчас, секунду. Вот, должно получиться у вас вот так спереди. То есть эти ручки я... не прикручивал, вот они откручиваются у меня вот здесь, вот можно открутить их, вот сделать вот в таком формате. Значит, что здесь у меня, как крепится система, я сделал несколько пропилов, то есть вот здесь вот пропилы у меня, да, у каждой ножки, то есть если видите, да, примерно вымерил. Ламельку взял от кровати, старую ламельку, вот эту пружинистую, которую, вот, и засунул ее, примерно вымерил, да, но предварительно сделал еще вот здесь вставку, чтобы ноги не играли, не ходили, а были чуть в упор. Здесь это все держится у меня на обычной шпильке, там, М6, по-моему, или М8, я ее купил, длинную порезал на части и уже вкрутил сначала сюда, потом пропустил, поставил эту, уже ножки поставил. И уже с другой стороны зафиксировал так, чтобы ножки, ноги стояли. И еще саму вот эти вот части я маленькими саморезами прикрутил, то есть насквозь прошел через ламельки, чтобы тоже, ну, все жестко фиксировалось. А вот этот вот часть, видите, да? Здесь взял небольшой уголочек маленький, и с каждой стороны, то есть по центру и дальние, я, то есть это все зафиксировал более жесткое. Хотя у меня здесь есть также пазы. Вот он паз, да, такой тип шип-паз. Здесь по центру и внизу. Вот. И, значит, соединял я это все на болты. Сейчас, секунду. То есть взял болт-болт, то есть насквозь продел. Она у меня немножко вот ходит, играет, вот так скажу, сейчас покажу. То есть оно немножко вот у меня так вот ходит. Но это уже со временем, из-за чего? Из-за того, что просто разболталось. Вот. Разболталось, надо подтягивать. И то есть обычным болтом насквозь сделал, ну и гайку утопил и прикрутил ее. И вот получается, ну и сбоку соответственно. Один, два. То есть для всего этого, как говорится, изобретения много тут ума не надо. Супруга шила вот такую вот у меня сидушечку. Вот, ребенок держится и, соответственно, качается. Тут, в принципе, ничего сложного. Вот сзади покажу еще. На всякий случай мало. Может, кому-то непонятно будет. Раз, два, три, четыре, пять. Всего лишь понадобится 5 старых дверцев. Там, от каких-нибудь этих шкафов. Или от чего-нибудь еще. Вот. Вот такая вот лошадка. Может сделать, в принципе, каждый. У кого немножко хотя бы развито... художественный, изобразительный навык, ну, чтобы сначала нарисовать его, вот, изобразить, сейчас вот так, отодвинем, изобразить его, и уже, соответственно, соответственно, вот по этой копии я делал. Да, пришлось повозиться, поискать ее, но нашел, вот снимаю ролик для вас. Ну, соответственно, у каждого будет своя. Ну все, в принципе, смотрите.
меня дальше. Дальше буду еще выкладывать другие ролики. Все, всем спасибо и пока.